Привет, друзья! Работаю сейчас в столярке. Я фугую, рисмусую доску, делаю ульи, потому что пасека расширяется, и поэтому надо делать корпуса и так далее. Но видео не об этом. Хочу немножко перекурить. И пока перекурить, снять для вас маленькие видео, ответить на некоторые вопросы, потому что буквально за несколько часов, вот пока я работаю, смотрю, телефон у меня звонит, и было два звонка и за сегодня. И эти оба звонки были с вопросами о улях Дениса Фадеева. Как красить, там сила семьи и так дальше. Я, конечно, попозже, после того, как сделаю ульи, закончу столярки, сделаю видеообзор именно с итоги подведу сезона по работе с шестирамочниками. Там много интересного будет. Я расскажу, что я делал, как я делал, что я с ними вытворял и так далее. Ну а сейчас перекурю немножко, хотя я не курю. Ну, отдохну и сниму для вас видеосюжет и отвечу на некоторые вопросы. Так что, кому интересна тема про ульи Дениса Фадеева, оставайтесь. Ну, а я одену сейчас микрофон, потому что на улице ветер, ветерочек, и пойдем на пасеку. Итак, друзья, мы на пасеке, и чтобы не растягивать видео, затрону два часто задаваемых вопроса. Сила семьи и покраска. Смотрите, сила семьи. Если же у вас на пасеке по тем или иным причинам есть слабые отводки, там поздние раи слабенькие, там или семьи, или есть с нуклеусов запасные матки, и вы не хотите их объединять, эти семьи ссыпать, и у вас есть, вы приобрели ульи Фадеева или хотите приобретать, то я рекомендую пересадить в эти ульи. Почему? Потому что еще прошлой осенью, ровно год назад, ну не ровно, чуть меньше, поздней осенью, мы с Денисом проводили как бы аналогию между деревом и пенопласте, и одинаковая сила семьи была, что там, и видно было, вот даже для глаз было видно, что пчелам более комфортно было в пенопласте, им там было более теплее, более уютно, нежели в дереве. При этом, при всем, помните, у меня было видео, как зимовали мои пчелы в очень ужасных условиях, без вентиляции, с влажностью, и там были у меня отводочки по три рамочки, где там, ну, жменья пчел, и они хорошо перезимовали, успешно, и весной они хорошо развивались, ничего не было, матки хорошо все работали. Поэтому у кого очень слабые отводочки, семьи, пересаживайте в шестирамочники. Там 100%, ну не 100%, потому что многое зависит от вас, от кормов, зимовка будет успешной. У меня есть сейчас на пасеке буквально 3 или 4 таких отводочка, где я пересадил, я вам покажу. И есть несколько штук. Вот один из них, я просто помню, где я зимую по два отделения. По два отделения, то есть по три рамочки. А так в основном все шестирамочники. Вот я покажу поближе. Вот смотрите, друзья, у меня вот здесь вот ряд. И вот в ряду стоят семьи, вот видно. И он стоит номер 81, где, ну, я пересадил. Я его уже, ну, открывал, у меня несколько таких, сейчас я вам покажу поближе. Вот здесь стоит кормушка, конечно же, потому что чуть-чуть подкармливаю их, шестирамочники, и вот так выглядит отводочек. Я не помню, по каким причинам семья была слабенькая, но вот так она выглядит. Я его пересадил, и я больше чем уверен, что проблем с зимовкой не будет, потому что там хватит пчелы. Ну, и есть ну, несколько таких штук, и пойдемте, я вам покажу, где-то здесь далеко, далеко-далеко, даже промотаем. Вот я даже кирпичик поставил, где есть именно, я буду зимовать зимовать по два отделения. Смотрите, здесь получается по
три рамки. И три рамки пчелы, их не так-то много. Их, конечно, можно объединить, что я и делал, где у меня было по два отделения. Ну, я вот этот улей оставлю на трех рамочках. То есть пчелы тут не так-то много. Можем даже посмотреть, что тут творится. Пчелы не так много, но я уверен, вот есть и маточка, и расплодик. Сегодня 20 сентября. Что это еще расплодик выйдет, мы сюда или я дам сиропчика, или дам сиропчика, или просто подставлю рамочку медовую. Вот так они и пойдут в зиму. Вот по два отделения. Вот это то, что касается силы семьи. Так что у кого слабыши, можете смело пересаживать, и проблем, я думаю, у вас не будет. Ну и теперь вопрос очень распространенный, часто задаваем, о покраске ульев. Друзья, мы с Денисом много пересмотрели пасек, там где есть ульи. И у Дениса ж на пасеке есть, у меня вот больше 100 таких ульев. Мы пришли к выводу, что лучше всего для покраски ульев из пенопласта подходит, ну, как нам кажется, может есть что-то лучше, это эмаль. Я, допустим, у себя на пасеке красил краской зебра PF 115 эмаль. Добавлял я туда, мы красили, первые ульи я красил щеткой, их там было немного. А основная масса, больше 100 штук, мы красили с пульверизатора. Трехлитровая банка краски, мы добавляли туда грамм 50, уже не помню, ну где-то так, white спирита, размешивали, ну чтобы пульверизатор смог, ну не плевался и смог хорошо ложить краску на улей. Почему эмаль? Эмаль, как видите, она, вот зебра, например, у нее насыщенные яркие краски, что довольно, ну, красиво смотрится для глаз. И эмаль лучше, чем эмульсионка 100%, по той лишь причине, что эмаль делает защитную пленочку. И эта пленочка, она защищает сам улей как от ультрафиолета, от солнца, от ветра, дождя и так далее, от небольшого града. И она еще и дает небольшую, но защиту от механических воздействий, ну вот от стамески. Но мы же должны понимать, что если мы будем загонять стамеску в пенопласт, то так, то никакая краска не поможет. Это пенопласт. Надо включить логику и прекрасно подумать, что мы не можем требовать от пенопласта супер какого-то там твердости. Даже вот дерево мы... У нас обита, вот у меня обита оцинковка, здесь обита алюминием. Так что, если мы хотим супер мощную крышу, то оббивайте, пожалуйста, металлами, будет точно так же. А то я недавно смотрел видео уважаемого Гайдара, и он там показывает, что у него ульи пропаленные. Я не знаю, у меня ульи уже 1,5 года. Основная масса с весны, ну, первые ульи у меня появились на пасеке весной прошлого года, и у меня таких проблем нет. Я не развожу костры на ульях, я не знаю, что надо делать с дымарем, чтобы угли рассыпались по всей пасеке, так можно и пасеку спалить, не только пенопласт. Так что, мне кажется, вот это какие-то минусы, это какое-то предвзятое отношение уважаемого Василия Антоновича к Денису, ну, мы понимаем. Там работает не пресс, идет по маткам, по завозу маткам. Но это упустим этот вопрос. Так что не разводите костры на ульях, и ничего не будет. У меня таких проблем нету, ни с повреждением, ни с чем. Ульи, я же повторюсь, уже 1,5 года, некоторые на пасеке, и повреждений у меня нет. И, кстати, ни синичек, ни мышей нету. В одном улье буду, скажу, получилось так, что в одном улье одно отделение чего-то у меня было не за, как бы не востребованное. Там стояла рамка с сушью рамки и
Там моль чуть-чуть, конечно же, подъела там, где это. Ну, я вовремя увидел, ничего страшного нет. Вот от моли, конечно, не спасешься. От синичек, этих, как их, дятлов проблем тьфу-тьфу нету. От костров на ульях тоже проблем нету. Поэтому красьте эмалью дешево, сердито и делает защитную пленочку. Что еще вам сказать? В принципе, по краске все. Может, кто-то там красит, мне спрашивают, как резиновой. Может, резиновой классно, может, еще какими-то красками лучше. Но чтобы было дешево и сердито, ПФ подходит эмалька лучше всего, как по мне. Вот у меня покрашенные ульи с пульверизатора, довольно красивый цвет, довольно гладенькие, и с них хорошо стекает вода, и с них как бы проблем нету. Вот я сейчас вам покажу самые первые ульи. Вот я просто увидел, пока снимал. Вот самые первые ульи, которые были ровно им полтора года. Вот это самый первый улей. Вот, друзья, он как новый. Ну, ничего с ним не произошло, краска не отшелушивается, краска не отбивается, никаких проблем нету. Так что все нормально за полтора года. Одно, что я еще крашу днище, само дно изнутри. Изнутри и нету показать, это надо где-то вам показать. Крашу изнутри, потому что дно, особенно в районе литка, подтверждено больше всего, там пчелы трутся и так далее, то я стараюсь, вот здесь покажу вам, я думаю, тут как-то будет видно. Я стараюсь красить, вот это хорошо прокрашивать все дно на литке, потому что бывало такое, где не покрашенный, там пчелы не выгрызают, а просто как бы вытаптывают, можно так сказать. Ну, есть шершавенькое получается. Но когда хорошо мы красим дно, никаких проблем нету. Корпус я внутри не крашу, пчелы его не грызут. Кто бы что ни говорил, я не знаю, пчелы его не грызут. Пенопласт магазина может и грызут, я не знаю, но с этими ульями по погрызу проблем нету, потому что это тоже один из вопросов по погрызке. Мыши тоже его не грызут. Ну что, друзья, я вроде бы ответил на интересующие вас вопросы. Сила семьи и покраска. Сила семьи, если у вас слабенькие семьи, смело пересаживайте, для пчелок и для вас это будет только плюс. Жменя пчел через перегородочку хорошо зимуют, довольно успешно и без проблем. По поводу покраски. Красьте смело ПФ-кой, эмалью. Это делает защитную пленочку. Это красиво и довольно недорого. Так что я рекомендую все-таки ПФ-кой. Внутри улей, подытожу, я не крашу, крашу только дно. Все. По ульям все. Кстати, друзья, многие звонят Денису, хотят проконсультироваться, не знаю, по каким вопросам, и не могут к нему дозвониться не знаю, по какой-то причине, и начинают звонить мне. Я не против, друзья, общения, но просто сейчас много работы, и я не могу всем уделить много времени, поэтому у Дениса есть менеджер по работе с клиентами, это Таня. В описании под видео я оставлю контакты ее. Все, кто желает проконсультироваться по тем или иным вопросам, по вопросам приобретения, закупки ульев, обращайтесь к Тане. Таня также занимается продажей книг о пчеловодстве, так что кого интересуют книги довольно интересные и хорошие, обращайтесь тоже к Тане. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. По консультациям и приобретениям ульев нуклеусов звоните, буду рада ответить. А также обращайтесь по поводу приобретения книг о пчеловодстве. Всего хорошего! Все, друзья, с вами был Иван Фабро. Я отдохнул, так что пойду просто работать дальше. Ну, а вам всего хорошего. Все, пока!